Как понять, что мне пора менять профессию? Значит, ну, вопрос это на самом деле сложный, потому что вы должны учитывать следующие обстоятельства. Вам не нравится именно профессия, или вы думаете, что эта профессия умирает, или вы думаете, что вам нужно действительно какую-то другую вообще сферу, потому что эта профессия вам не подходит. И вот здесь это, собственно говоря, такой трехглавый змей, значит, который нужно понимать. Если это необходимость смены места работы, да, из другой коллектив, другие возможности там, и так далее, тогда вопрос вообще не стоит о смене профессии. Если вам кажется, что ваша профессия умирает, да, то есть, условно говоря, появляются какие-то инструменты автоматизации, которые вашу профессию сейчас существенно видоизменят. Но здесь задача состоит в том, что не бросать профессию, потому что раз все везде идет автоматизация, она в других местах выйдет. Чего вы бросаете, где вы уже что-то успели сделать? Поэтому вы должны думать, как увеличить количество вот всяких разных компетенций, которые помогут вашу профессию влить в меха новых технологий. Да? То есть если вы раньше были автором, а сейчас, значит, статьи стали писать, значит, генеративные сети, превращайтесь в редактор профессиональный, шеф-редактор, выпускающего редактора, другой функционал, понимаете? Ну вот, ну и если вам осточертела ваша профессия. Значит, ну вот я знаю врачей, которые, например, выгорают. Значит ли это, что надо полностью забросить профессию и уходить, значит, вообще? Не, абсолютно не значит. Потому что ваши компетенции, которые вы уже получили в рамках своей профессии, вы можете использовать с тем же искусственным интеллектом, работая консультантом или прямо даже хоть руководителем этих компаний, которые создают какие-то IT-приложения, которые занимаются здоровьем. Вы можете работать с фармацевтическими компаниями, вы можете исследовательской деятельностью заняться. Ну, и вы можете стать управляющим каким-то медицинским учреждением или подразделением или еще чем-то. То есть на самом деле вот это давайте мы все, нам все, что мы делаем, нам не нравится, мы будем что-то другое, с чистого листа сейчас не самое удачное время. Но поверьте мне, если вы как следует подумаете о том, что такое ваша профессиональная деятельность и как широка сфера, в которой вы можете свою профессиональную деятельность, свои профессиональные уже имеющиеся навыки проявить и монетизировать, то вполне возможно, что окажется, что не надо менять профессию, надо просто менять способ думать о тех профессиональных навыках, которые у вас уже есть.